Так, это Венера, ребятки, девчатки. 13 февраля. Ветерочек нам не дает нормально на нее посмотреть. 13 февраля 2022 год. Харьков, 5:29. Время по Киеву в Харькове. 62. Слушай, надо, наверное, руками прям держать. 62 миллиона километров до Венеры. От Земли. Венера сейчас значительно ближе к Земле, чем к Солнцу. Так, чтобы не было опять инсинуаций по поводу того, что это... Луна, а не Венера. Внизу это фонари Харьковская. Околиц Харькова. Так, значит, снимать я начинал ISO 125, выдержка 1:160, сейчас 1:30. Это я себе сообщаю. Для протокола. Да, получилось у меня снять Венеру, когда она еще была на закате. Я ее снимал, то есть она была в другую сторону рогами. И было тогда, по-моему, 42 миллиона километров. До нее очень близко. Но сейчас примечательно то, что в 5 угловых градусах от Венеры, ну, вот этот пересвет такой получается. При 1:30 выдержки уменьшаю. Выдержку получаю чуть более четкое изображение. 1:640. Это великолепное зрелище. Утром перед рассветом посреди темного неба, где даже звезд не видно по большей части, потому как световое загрязнение миллионника Харькова. Ну, с ветром я ничего не сделаю. Висит огромный фонарь. И удивительно, что такой свет дает всего лишь этот серпик. Так, в следующем дубле в 5 угловых градусах ниже Венеры сейчас Марс, он, правда, в 313 миллионах километров. И, конечно, когда я его снимал на 60 миллионах километров, на 64, по-моему, было, и видел полярную шапку ледяную, эффект, конечно, сейчас, конечно, зрелище не то, но сейчас поменяю на фотоаппарате светочувствительность и посмотрим, может, получится сразу и Марс снять, и Венеру. Там уже и солнышко встанет, может, и солнце еще поснимаем. Выдержка 1:100. Ну вот наша красавица Венера гораздо ближе сейчас к Земле, чем к Солнцу. Мы с Венерой сейчас стоим бок о бок. Солнце от нас далековато. Так, все, ничего не трогаю, вроде ветер утих.
Да, недавно снимал вечером, то есть на закате солнце садилось, и потом было видно Венеру. С каждой минутой видимость ее ухудшалась, она садилась ближе к горизонту. Сейчас обратная ситуация, с каждой минутой все лучше ее видно. Поднимается над плотными слоями атмосферы. Да, Марс видно хорошо, сейчас будем снимать. 5:34 по Киеву в Харькове.